Сев ранних зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах области завершился в оптимальные сроки, в основном до 5 мая. В этом году сельхозпроизводители увеличили посевные площади под кукурузу, идущую на зерно, к уровню прошлого года больше, чем в 2 раза – 2,5 тысячи гектаров. Картофеля по области высажено около 17 тысяч гектаров, что почти на 3 тысячи больше, чем в 2009 году. Следует отметить, что Брянская область среди 17 областей Центрального федерального округа по объему сева яровых, зерновых и зерновых культур занимает 8-е место. Так, в Смоленской области посеяно 73 тысячи гектаров яровых культур, Калужской – 78, Владимировской – 78, Тверской – 60 тысяч гектаров. По темпам, если рассматривать как по Центральному федеральному округу, то мы занимаем 4-е место. Сажать картофель закончили в 10 районах области. Из них сельхозпроизводителями Стародубского района посажено больше 6 тысяч гектаров. Это около 40% от областного показателя. Кстати, там уже приступили к заготовке кормов. Поэтому лучшим посеву яровых культур признан именно Стародубский район. Все те плановые цифры, которые мы определяли по району, они практически выполнены. И в настоящее время у нас осталось засеять порядка 500 гектар. Это те культуры, которые будут предназначены на зеленый конвейер. И поздние сроки сева, если мы уже такая практика есть, не успеваем убирать, то на зеленку, то они, значит, идут на обмолот, и получается дополнительный зернофураж. А вот в отстающих пока Жуковский, Мглинский и Брасовский районы. С этого года начали возделывать, в пределе 600 гектаров. Значит, кукуруза носилась, немножко увеличили. Тоже 200 гектаров получилось, мы поувеличили тоже за счет дружбы. Ну, это наши проблемы, конечно. Значит, по ГСМу выделили 175 тонн, проплатили 112 тонн, завезли 82. Ну, я думаю, что до конца вот этого месяца мы заберем полностью майский. По бензину 10 выделялись, 10 забрали. Сельхозпроизводители области уже начали приобретать необходимую технику для кормозаготовительных работ. Касаемо кадров, то ими все хозяйства области укомплектованы полностью. Татьяна Глазова, Александр Друсинов. События. Брянск.